очередь за новой видеоигрой «Месть Тирека»? Да, «Месть Тирека». О, «Час Тирека» — это что-то. Я так ждала, когда выйдет вторая часть. Эй, постой, это лишь очередь. В очередь. Такие очереди не встают без лучшего друга. Не верится, что мы здесь уже 3 часа. С друзьями время летит незаметно. Прыжок доверия! Это небезопасно. Радуга, дышь? Я думала, ты не придешь. Освободилась раньше. А где все остальные? А, я думала, им будет скучно. Но, эй, хотя бы ты здесь. Нет, уже не здесь. Прости, такое случается, если слишком увлечься игрой со своим лучшим другом. Это не ваша? Девочки, не против поскучать? Прости, весь товар продан. О, не беда. Когда есть такие подруги, кому нужны видеоигры? А-а-а, так вот чего мы все ждали. А я-то думала, мы стоим в очереди ради забавы. Я заказала ее 3 недели назад. А знаете, что самое лучшее в этой игре? О, сюжет? Может, оружие? Наверное, месть. В нее можно играть вместе.